Знаешь, что скажу тебе для начала? Хорошо выглядит. Спасибо за донат. Мой отдых после длинных стримов. Спасибочки. Выглядит все. Мне нравится. Все очень аутохтон по-румынски это произносится. Типа, все очень... У тебя мозг отсоединил. А может быть, это у тебя, Аркаша? Ну, графон, кстати, неплохо реально выглядит. Слушай, а ты слышишь эти звуки, да? Да, я слышал эти звуки. А не хотелось бы, чтобы ты их слышал. А ты их слышишь. Фу. Вот они... Прикинь, я сошел с темы. Ты будешь слышать весь вещь. Не, я объясню, почему я испугался. Потому что у него парсек, у него доступ есть к моим... А, я только что манипулировал твоими тентаклями. Да. Он может двигать моей мышкой, поэтому иногда это может меня провоцировать на страх. Кстати, самое важное. Мы играем в хоррор на деньги. Это я делаю. Да, мы играем в хоррор на деньги. На деньги. Объясните мне в принципе, по дебильному принципу. А, то есть я не зря его открыл. Тут не только Джохан, тут и Мармок. Опять они играют на деньги. Ну не кончены ли? И опять хоррор вместе. Нет, объясню я нормально, чтобы люди поняли. Хорошо, я сначала... Итак, для начала... Нет, давай, я объясняю прямо сейчас. Не, давай, в общем, короче, как получается. Лучше объясню я. Мы решили поиграть в хоррор, но не просто, а на деньги. Ну как мы, я. В случае, если я пугаюсь скримера, я плачу Марину 1000 рублей. В случае, если я не пугаюсь, платит мне он. Все до безобразия просто. Справа в углу вы увидите, сколько я заработал. Или не заработал. Боже... В какой-то степени это было жутко. Нет, сейчас типа... Ты испугался? Нет, я не... Да не 200, а 1000. Я не испугался, а просто констатировал факт. А мы точно на 200 за скрим, короче... Да я ж повторил! Ты меня слушаешь? Тупо я, который что-то рассказывает. Мы говорим часто одновременно. 1000. Там надпись какая-то. На русском. Я ушла. Я душнила. Тебе пора взять уроки русского языка. Но спорить я бы не хотел с твоим заявлением. Мы вроде тут снимаем, да, квартиру? Или с какой целью мы сюда пришли? Я не... Сдохнуть, судя по виду, квартиры? Боже, блядь, как срать! Как приятно! Это типичная подвальная квартира в Корее, что ли? Очень похоже. Жесть какая. То есть душа нету, сортир вверху где-то, да? Угу. Там срать! Почему? Как на пьедестале. Да потому что, прикинь, как... Ты так необычно, так высоко. Прикинь, нелепо. Человек заходит такой сюда, не просто... Не помнишь в «Паразитах»? Уже не помню. Мы же давно смотрели. Их же поэтому затопило, что они в подвале жили. Ну что, они жили в подвале, я помню, а туалет их я не помню. Так никто не должен заходить, когда ты так уязвим. Ты должен там находиться в уединении. Электрический чайник, довольно современный. Блин, я не понимаю, почему разработчики не понимают, как можно забавно и интересно напугать. Вот я такой сижу, чайник, потому что направо, а тут какая-то херня должна стоять. Не волнуйся! Чувак, ты издаешь шутки. Я даже сначала не поняла, что это Мармок. Что с ним не так? В смысле, что с ним не так? Он Мармок. А. Что, мне руку деть куда-то надо? Эта херня должна стоять. Чувак, боже, ты издаешь жуткие звуки. Ты понимаешь, что я... тональностями это произнес. Я думал, это какой-то ребенок сначала. Не волнуйся. Все, пожалуйста, перестань. Я понял, что он пытался сделать. Знаешь, как в хоррорах говорят иногда. Но у него получилось. В принципе, похоже. Смотри, у нас костюм ожил. Супермена. У нас дела. Я выпрыгнул. Мне страшно. Я хочу домой. Старуха сошла с ума. Я уже долгое время не могу выйти даже в подъезд. Ладно, а теперь... Да перестань! Да перестань ты! Женщина стояла там. Но она не пугающая. Дай постучим. А она закрылась и стучит. Так это я постучал. А, да. Дятел. Да, хорошо, ладно. К ней не... Опа-на! Не смей выходить ночью на улицу! Почему нельзя выходить на улицу вообще? Как это обусловлено? Чем? Просто тем, что бабка с ума сошла это? Или что? О, у вас открыто! Добрый вечер, у вас тут... О.
Квартира Бубы, судя по всему. Ножки. Ручки. Интересное хобби у бабки. Какое? Она зависает? Коллекционирует руки. Да, чел, вон зависает, хорошо. Руки и ноги. Это брелочек. Зависает. А это сыр просто делают. Бабки. Какое? Зависает? Коллекционирует руки и ноги. Зависает. Ладно, я понял. Интересно, а это чьи? Это ее? Какая красотка, мать ее, за ногу. У нее это привычный вывих челюсти, заметил? Да, вот именно это я и заметил. Она просто флиртовала. Ну, я выдержал. Мне хорошо от мысли, что я... Точно. Что выдержал? Ну, ты же видишь, что я не испугался. Ну, у меня мурашки пробежали. Ну, сжал. Здравствуйте. По-моему, это испуг, нет? Какая стрёмная люстра. Ну, это не похоже на испуг. Нет, это просто констатация неприятного факта. Хорошо, тогда это точно испуг. Да это не испуг, брось. Нет, я про... Вот этот... Будущий искрик. Своеобразные у них светильники, своеобразные. Ладно, хорошо. Даже я дернулся чуть-чуть. Да, у меня тоже было это неприятное ощущение. Светильники своеобразные. Ладно, хорошо. Это было невозможно удержать. Так стоп, а он же два раза не испугался, значит, ему мармок должен был дать деньги? Между Или прочим, это не считалось да. скримерами просто? А, это просто мармок с хитрожопием. Че, никак, блядь. Ну да, я понимаю. Вот только вы и умеете пугать такими стрёмными скримаками, которые тупо неожиданные. Я понимаю все. В этот раз я буду готов. Ну или, по крайней мере, больше готов, чем до этого. Получается, если ты не напугаешься, не испугаешься, то ты отобьёшь 1000. Угу. Я сейчас буду, сейчас я губы сейчас стисну. Да. Есть вариант как-то, вот мне нужно не закричать. Вау, что же здесь? И, по-моему, это замок. Да. Блять, они заставили меня подойти. Делать? Ну ничего, буду смотреть на него как валенок и не буду хотеть оборачиваться. Буду оборачиваться очень медленно. Очень медленно. Очень. Слушай, очень. Ты вот будешь таким готовным, а с каждым триггер моментом, сегментом просто. Но... Ну играй! Просто играй, что тебе жалко? Так он всегда так играет! Сколько еще 1000 говна ты кусок? Вообще-то да, если честно. Ты душнир. Тебе жалко еще 1000 говна ты кусок? Вообще-то да, если честно. Ты душнишь. Я не душню, я пытаюсь прогнозировать. Послушай, мне нужно... Ты хочешь облегчить себе момент? Не надо, расслабься. Мне нужно... Спасибо за донат. Джохана не смотрю, кстати. Макс Мармока. Ну, мы тоже не все видосы Джохана смотрим. Потому что, собственно говоря, вы не все видосы Джохана смотрите хорошо в реакциях. Ну, хоррор мы пропустить не могли. Да, хорроры у него забавные. Они пугаются с Марином весело. Надо деньги экономить. Расслабься. Подожди, почему, когда я... Не, а там просто... Не, смотри влево всегда. Смотри влево. Только влево. Поясни мне, почему, когда я двигаю, происходит странное... Так не двигай! Ладно, я уже кричу. Я уже кричу. Но я не боюсь. Ты просто в тайминге попадал, поэтому... Все не страшно, не страшно. Этого меня не может напугать, Это тебя не напугает, но кое-что тебе сейчас напугает. Да, возможно, они заманили меня Слушай, в это дерьмо. Слушай, эта картина не просто так упала. Да? Ну, ты прав. Ну ты мог, ты же можешь ее взять. При всем уважении, в центре будет буква Си. И что нам это дает? То, что... Соси. Она... Что я буду кричать... Слушай, а тот замок не был кодовый? Ты замок трогал? Был кодовый, да был. Понятно. Ну вот, это одна буква Я получается. Понимаю. Ищи картины. Вот еще одна картина. Какая там буква? Y. Центральная Си, последняя так, Y. Там я ставлю пробел между Си и Y. Благодарю тебя, брат, спасибо за помощь. Ищи картины, что ты стоишь? 12 часов поздно, видишь, уже пора спать. Да, ты, блядь, я ни галюни... за что в жизни бы не галюны мог спать из-за этого начинают... в таком месте.
Еще картина, Ладно. Тебе самое обидное, что я не запоминал. Конденсат попадает, потом наседает, потом это все и... Его не смутило, да, тело, стоящее на воздухе или на столе? Или висящее. Эти звуки такие какие-то. Удивительная картина, боже! По-моему, там будет это транслитно написано «Сосай!» И просто его убьют после того, как он откроет эту дверь. Я проглотил стул с жопой. Хорошо. Боже, голова заболела. Ну я в этот раз не особо-то испугался. Я просто заорал со смеху. Можно ли мне хотя бы сделать скидку, потому что ты тоже обосрался? Нет, у меня кости мягкие, у меня кости нет тела стало. А это не чел, это одежда. Ебать подъем. Мягким. Ладно. Какая буква, боже, брат, запиши букву, пожалуйста. Эй, эй, эй. Я видел глаза. Эй, да. Эй, хорошо. Еще 1000 записал. Иди на. Я хочу отыграться, хотя бы в какой-то степени. Я не должен... Ну подожди, я играю в фасмофобию, но они... Я понимаю, они пугают резко. Хорошо, да. Мне нужно быть готовым к чему-то неожиданному. Мне нужно угадывать. Мне нужно угадывать. Другие механики, да. Ты в фазме уже плюс-минус понимаешь, чего ожидать. Понимаешь, мне нужно просто угадать. Мне нужно знать. Вот я должен понимать по времени. Вот типа сейчас, долгое время... Тебя напугают. Да, они готовят. Они готовят, но они не сделают дефолтный скример. Ну, допустим, 3, допустим, 2, допустим, 1. Нет, не будет скримака. Он будет сзади. То есть там типа вот что-то с другой стороны происходить, да, будет точно, сейчас. Не с этой. Нужен триггер-элемент. Смотри, а вдруг это? Типа я сейчас буду идти. Я не думаю такой, да я знаю уже, что там ничего не произойдет, и там скримак будет, а? Это же могло бы... Ты должен прогнозировать, что тебя ждет. Ну я пытаюсь. Впереди. Пытайся развлекать меня. Развлекай меня. Хорошо. Я сдержался. Я знал это. Я про... Повтори свои слова! Повтори, что ты... Сдержался. Я... Кать меня. Развлекай меня. Хорошо. Я сдержал. Просто... Какнул в себя. Вот так это звучит, да? Пукнул в себя. Я не считаю, что он сдержался. Звук был. Ну, по этому звуку непонятно, испугался он или просто от неожиданности дернулся. Да, и просто с самого начала, первой вот женщины с челюстью, он не испугался, а это не засчиталось, между прочим. Да, это, по идее, был скример. Угу. Я знал это. Я про... Повтори свои слова! Повтори, что ты говорил минуту назад! Я был к этому готов. Ну, это такой скример, что я тоже вздернулся. Да, ты проглотил язык, я слышал. Нет, нет, чувак, нет, я не сдернулся даже. Я даже, я типа моргнул максимум. Блин, ну хорошо. Ну да, кстати, было еще непонятно, кто звук издал. -1000. Я молодец. -1000. Я немножко собой горжусь. Ну, напряженно, напряженно. Не сказать, что я боялся, но напряженно. Мне нравится, когда такой саспенс добавляется, конечно. Выхода нет. Так в смысле нету? Спасибо, я и заметил и без этого. Хотел бы я иметь код такие глаза. Код 5913. Неожиданно. Здравствуйте. Хотел бы я иметь код такие глаза. Код 5913. Какое у вас интересное шрамирование, молодой человек? Молодой человек. Можно ли я вычесть записывал... 500 рублей? Нет. Ну, в смысле, это скример был. Они как-то это, видимо, если оба не пугаются, не считают это скримером? Походу. Ну, это странно. Это было что-то очень лайтовое. Ну, тем не менее, это же был скример. Ну, хорошо, ладно, 5-9-1-3. 5-9-1. Я даже не увидел его. А вот он прям слева проблема. Стоял, типа смотрел на меня так. Да ну, это хуй. Мы же обсуждали. Да, в мортуаре ассистант. Он совсем не пугал никого, такой скример. Сколько людей обосрались. Дали вначале. Про беляшек? На меня так. Да ну, это хуй. Мы же обсуждали вначале, что... Вынимай косарь, это был скример, я сдержал, ничего не знаю. Я даже ничего не понял. Это был скример. Что с этой игрой? Она сдулась под конец, сука. Это же не концовка, что ты, почему ты думаешь, что концовка? Ну я не знаю, ну под середину, ну в начало же нормально. Да это просто я возмужал.
Да тут нечего пугаться. Ты видел во дворе розовую ткань. Не хочешь посмотреть, что за ней спрятано? Да ничего за ней не спрятано. Сзади меня дышит какая-то за... А, ну да, ну я был прав, но... Она так ушла тихонечко. За тобой наблюдаю. Да пусть. Слушай, у меня сохнет фломастер. О, это ребенок? Ну да. Или старик? Я даже не знаю, это как? Минус ушел, да что ж такое, когда он идет в... Он очевидно испугался. Я дернулся, оно как-то это... Не резким звуком, а именно таким нагнетающим и вот этим вот морганием и напиранием. Хотя ты знаешь, что сейчас будешь скример же? Читать, как что? Смотри, какая красивая сумма. Я только заметила. 22-220. Я даже не знаю, это как считать, как что? Это точно скрим. Ну я же не закричал, ну я же удержался. Да мы же не на крик, мы на испуг, ты испугался, очевидно. Ну, очевидно. Очевидно, очевидно. Потому что я также испугался. Хорошо. Я также испугался. Не, я все равно не закричал, как девочка. Я, по крайней мере, удержал. Ну, испугался, но не закричал. Ну, нет, да испугался, да. Все, подожди, хорошо. Мне надо отыграть 1000. Сразу видно, это наш лифт там на этой, на приборной доске, ну, с кнопками там, на царапанах. Хуй. А. Надо отыграть 1000. Я требую продолжения. Я либо странно лежу на диване, либо я зависаю тоже, как эти парни. Ну, это просто ракурс со стороны, там как бы нам подает сюжет снизу. Да не, Вась, я вешу, я понял. Не, я вешу. А, то есть это вот так вот все? Ну, типа, да. Я ж болтаюсь, видишь. Ну, не должен. Ой, слава богу, я только что сэкономил. Косарь! Спасибо! Я уже думал, на что я буду. Я требую продолжения. В итоге они ушли в нейтральную сумму. Они ушли в ноль. Она же захочет нас напугать, но это катсцена, это не считается, я считаю. Если считается, любой возможный скример будет считаться. Слушай, ты не управляешь игрой, а там, ну типа ты сейчас расслаблен, правильно же? Да. Тебе не следовало сил. Она закончила. Типа будет же какой-то тупой скример в конце, который просто... Я рада, что ты приш. Сама ты приш. Я рада, что ты приш. Тебе не следовало сюд, но я рада, что ты приш. Спасибо за просмотр. До скорого.